Выборгские таможенники задержали эстонскую яхту «Лемстра-36». Иностранным судном управлял гражданин России. Разрешения на временное пребывание яхты в таможенной зоне у него не оказалось. Гражданина Эстонии, у которого такое разрешение было, на борту обнаружить тоже не удалось. Яхта была сопровождена под надзором таможенного судна в пункт пропуска «Морской порт Выборг» для проведения процессуальных действий. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, незаконной операции с временно ввезенными транспортными средствами. По действующему законодательству передача права пользования таким транспортным средством допускается только при условии их таможенного декларирования и уплаты таможенных платежей.